Всем привет, ребята! Сегодня хочу вам рассказать, как вкусно приготовить рыбу по-простому. Был на рыбалке, на Приречном. Вот подготовил я окуня, я его всего выжал. То есть воды здесь на минимум. Как я вообще делаю? Где хребет? Сверху, вот этот самый большой плавник я снимаю по всей длине окуня. Потому что когда перемешиваешь, меньше шансов, короче, ну, руки пробить. Вот. Теперь самые мои любимые вкусные места. Смотрите, какие головы. Обалдеть. Самые вкусные места у окуня, которые мне сильно нравятся, это вот, как их там называют, щечки. Сейчас попробую найти. Очень быстро. Вот. После головы, вот щечки. Это самое мое любимое, короче, место. Практически у любой рыбы. Вот. Здесь получается 4 окуня. Что я использую? Я использую одну лаврушку. Вот она, хоп, потерялась. Ну, ее хватает одной. И вот такой вот приправа. То есть приправа для сочного мяса и шашлыка. Не знаю, попробуйте, вы обалдеете. И вот еще есть второй вид такой приправы. Можно 2 таких пачки на такую, на столько рыбы. Можно таких 2 пачки. Но я обычно беру 1 пачку. Здесь состав получается у специй. Ну, здесь все есть. И получается очень вкусно. Ну, вот так 1 пачку я высыпаю. Да, можно полностью высыпать, потому что все равно перемешивать надо. Затем высыпаю 2 пачку, вот, чтобы видели. То есть 2 пачки на такую массу. Соль есть в специях, но я все равно чуть-чуть добавлю. Луп-луп-луп-луп-луп-луп. Еще разок. Луп-луп-луп. Все. Сейчас я вот это все перемешаю и покажу. Перемешал. Получилось вот так. Аппетитно получилось. Все. Теперь накрываем крышкой. Я вот подобрал крышку, чтобы на максимум, короче, закрыть эту площадь. Но обратите внимание, чтобы немножко дышала, можно сказать, рыбка. И таким макаром я оставляю в холодильнике минут на 40, на час. После этого начинаю готовить. В принципе, вот эта приправа для шашлыка, она подойдет для любой рыбы. Не только как для мяса, там, говядина, свинина, баранина, конина и так далее. Но она классно подходит для рыбы. То есть вы получаете вкус, в принципе, как будто вы кушаете шашлык. Нереально обалденно. Вкусно, по-простому. В дальнейшем покажу, как я ее жарю, как готовлю. Обычно я рыбу делаю с картошкой. То есть отдельно жарю рыбу. У меня тоже там есть свои хитрости. И отдельно жарю картошку. Потом в прикуску с зеленью. Получается очень-очень вкусно. По поводу видео, то, что я же был на рыбалке, где-то дня через 2 выкину на YouTube, на этот свой канал. И, скорее всего, видео будет с 2 частей, потому что нам удачно удалось половить на спиннинг. У нас была рыбалка на спиннинг и рыбалка на поплавок. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось видео, палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. И пишите комментарии. Всем пока.